Холодная зимняя погода в Средиземноморье не останавливает новых нелегалов, направляющихся в Европу в поисках лучшей доли. Итальянская береговая охрана сообщила во вторник, что за последние несколько дней спасла 1270 мигрантов, плывших на резиновых и деревянных лодках от побережья Ливии. Большинство беженцев – граждане стран субсахарской Африки. Все они были переведены на суда итальянских моряков и направлены на остров Лампедуза. Мигранты продолжают прибывать из территории Турции на греческие острова. Кадры с острова Лесбос. Только в течение вторника здесь высадились несколько сотен человек. Нуждающимся власти и добровольцы оказывают медпомощь. Чиновники в Афинах напуганы стремлением других государств Европы закрыть свои границы для беженцев. Министр миграции Янис Музалос заявил, что страна оказалась в сложной ситуации. Если раньше беженцы использовали греческую территорию главным образом для транзита, то в случае закрытия национальных границ другими государствами весь поток вновь прибывающих нелегалов может осесть в Греции.